Серьезные технические неполадки возникли у сервиса интернет-телефонии Skype. По некоторым оценкам, им не смогли воспользоваться около 10 миллионов человек по всему миру. В чем причина сбоя, расскажет в деловых новостях мой коллега Игорь Полетаев. Игорь, что же случилось? В компании говорят, что вышли из строя так называемые узловые компьютеры из-за проблем с программным обеспечением. Первые сбои в Skype возникли накануне вечером и продолжаются до сих пор. Этот сервис интернет-телефонии существует с 2003 года и сейчас считается одним из важнейших элементов всемирной сети, как Google или Facebook. Skype позволяет делать телефонные звонки через интернет бесплатно или за небольшие деньги. Всего его услугами пользуются 120 миллионов человек. В результате сбоя люди не могут зайти в учетную запись или их выкидывает из сервиса во время звонка. В компании пояснили, что из-за программных ошибок вышли из строя узловые компьютеры, которые являются своеобразными телефонными книжками. В них хранится информация об абонентах. По словам главы Skype Тони Бейтса, из-за сбоя не прошло около 10 миллионов звонков. Это половина суточного трафика. Для Skype перебой случился очень не вовремя. Компания готовится к первичному размещению акций.